любишь мемы? Я очень люблю. Это мой любимый. Офигенный мем, не правда ли? Но это видео не про мой любимый мем. Это видео, а сможешь ли ты угадать мем по звуку за 5 секунд? Я забыл свет включить, сейчас, секунду, подождите. Да, теперь очень красиво. Сегодня мы будем угадывать мем по звуку. Обожаю эту рубрику, и судя по просмотрам на предыдущем ролике, вам тоже понравилось. Поэтому, ребят, ставьте лайк, а мы начинаем. Поехали! Why are you blinking so much? Я знаю, этот мем, это был тренд в ТикТоке. Это вот это, где девушка вот здесь вот так вот смотрит на парня. Они были на свидании, тыры-пыры в попе дыры. Я думаю, вы все знаете этот мем, поэтому поехали. Есть. Blinking so much. Let's go! Блин, песню я знаю. А вот откуда... Мне почему-то кажется, что это вот это. Где вот этот котенок играл вот это на пианинка. Но так ли это? Потому что вот этот Спанч Боб как будто бы намекает на то, что... это он вот это самое. Блин, я не знаю. Ну ладно, я выберу этого котенка. Я выбираю этого котенка на пианино. Есть! Я умный! Дедукция работает. Но я знаю точно, что с этим котенком было разных много версий, да, с разными песнями. Но мне почему-то показалось, что это оно, и я был прав. А, да, кстати, если я 3 раза неправильно отвечаю, я удаляю свой YouTube-канал. Такие правила, ребят, поэтому пока что все клево. Let's go! Окей. Окей, а это вообще что было? Это я такое вообще не видел. Это может быть все что угодно. Возможно, это даже Скала Джонс. Но я не уверен. А возможно, это вот этот песик. Это может быть все что угодно, но я выбираю вот этого усатого мужчину. Пусть будет это он. Пусть это будет он. Усатый мужчина. Это он. О, май гад! Я думал, это Майкл Джексон. Ну ладно, блин, я не знал. Одна ошибка в карман, ребята. Еще одна, еще две, и я удаляю канал. Ё-моё ж. Тот момент, когда Уэнсдэй пошла не в ту школу и связалась не с теми людьми. Блин, ну этот мем-то я знаю. А вот только я не помню, где и как, и что, и... Походу я удалю свой YouTube канал, если я и дальше так буду вот это самое. Тренд я помню, песню помню. Там обычно как происходит, да? Что кто-то вот это что-то некрасивое, а потом он такой оп и красивый. Возможно, это Шрек. Я думаю, что это Шрек. Пусть будет это Шрек. Это Шрек. Ладно, они вот сейчас вот так будут танцевать. Фу, еще одна ошибка, я удаляю канал. Ashley, look at me. Да, замечательно, блин. Вот это, конечно, да. Да, блин, что за сегодня? Я не знаю ни один мем. Ладно, пусть это будет... вот эта собака. Мне кажется, что это вот эта собака. Но я не уверен. Я не знаю этот мем, тренд. Вот этот я даже не слышал. Это собака. Я говорил про эту собаку, если что. Не там, где собака с бабочкой, а вот эта собака. Блин, прикол в том, что я в натуре знаю этот мем. Я его видел. Я в Париже. Слушай, так, этот тренд я тоже знаю, вот это я в Париже. И мне кажется, что это вот это, потому что там парень на фоне с эльфовой башни или эльфовой, я не знаю, как правильно, но это вот это. Есть, фух, ребят.
ходим, блин, так сказать, по лезвию ножа. Очень близко для того, что до того, что я удалю свой канал, но пока что справляемся на ура. Я в Париже. Жижу, бебе, бебе, ба. Бебе, ба. А, это легко, это сколочилось. Тут я узнал с первых двух нот. Скалодронс. Изи катка. Блин, я не знаю. Блин, это может быть все что угодно. Это может быть Шрек, но нет, скорее всего. Либо Спанч Боб, либо вот это. Блин, либо Спанч Боб, либо этот мужик. Мне так кажется. Либо вот это, либо вот это. Я выберу вот этого мужика. Вот этого мужика. Это вот этот мужик. 100%. Я ж говорил, вот этот мужик, то есть, ну, в желтом, Спанч Боб, ребята, он тоже, видите, они в костюме, это, ну, короче, это Спанч Боб, да, я знал. Это я правильно ответил, если что. То есть, я не удаляю YouTube канал, потому что я ответил правильно, сказал, вот этот мужик и показал на Спанч Боба. Ну, Спанч Боб же мужик, правильно? Блин, это мой любимый, так сказать, мем про ананас. Ребята, Roblox Queen, спасибо за детство. Это вот это. Есть! Бананас! Был прав. Я всегда буду злодеем. Блин, вот в этот раз это точно вот этот мужик. То есть я имею в виду, это вот этот мужик. Не Спанч Боб, это вот этот мужик. Есть! Да, это там мегамозг, это легко. Он убегал тогда из тюрьмы, по-моему. Ты был прав. Я всегда буду злодеем. Ладно, этот я знал мем, это было легко. Помогите. Помогите! Это вот это. Этот мем я тоже знаю, этот мем я помню. Это с какой-то игры, с какого-то YouTube канала. Подробности прям детально не помню, но это вот это. Помогите! Помогите! Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Yes. Ну, это легко. Это TNT, мистер Бис сбрасывает на бедных людей 250 тонн тротила. Если умрете... Это когда мистер Бист вышел из-под контроля. Это вот это. Есть! Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Этого парня не остановить. Он готов на все ради контента. Если умрете, закидаем вас в лад... Это тоже легко, это тренд с ТикТока, его все знают, вот эта фигня, вот это оно. Есть! Классический тренд из Китая, серьезно, каких таких только не было. Блин, тяжело разбираться, конечно, во всех мемах, но я почти уверен, что это вот это. Либо вот это. Я думаю, что это медведь. Вот это медведь. Да? Это вот это. Есть! Это тренд из 2077-го, по-моему. Да, это оно. Блин, вот это тоже может быть все что угодно, но я почти уверен, что это Шрек. Мне почему-то так кажется. Ну, вряд ли это собака с бабочкой, правильно? Вряд ли. Это вот это. Это вот это. Есть! Я умный! А,
ну это легко, это как бы само название говорит само о себе. Это что за покемон? Это вот это. Это вот это! Это что за покемон? Покемон! Это вот это! Подожди, а что это за покемон в натуре? Это баклажан! Это что за покемон? Так а что это за покемон? Кабачок, баклажан, кто это? Ну, слушайте, ребят, тут уже, ну, я уже знаю, что это за мем. Это вот эта собачка милая, которой бабочка села на носик. А потому что вот это следующая, ну, песня про Шай-Лушай, мы ее все знаем. Шай-Лушай, Шай-Лушай, ох ты, блин, Шай-Лушай. Есть! Что за милашка, блин? We are is... Шай-Лушай, Шай-Лушай, Шай-Лушай. Ну, ребят, это очень просто. Это песня про Шай-Лушай, Шай-Лушай. Есть! Ах ты, милый Шай-Лушай. Что сказать, это было супер-мега легко. Я все-таки не удалил свой канал, потому что ни разу не ошибся, кроме тех 2-3 раз. Я забыл сколько, напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем пока!